Взрыв на улице Маломясницкая, 2А, именно там находится региональное управление Приватбанка, жители микрорайона услышали около половины третьего ночи. После этого, говорят, сыпались стекла из окон финучреждения. Было просто тихо и спокойно. Один взрыв и больше ничего. Ну, сигнализация мужчин сработала. Люди не пострадали, только имущество, говорят сотрудники банка. Снаряд пробил стекло и встрял в потолок на втором этаже. Однако не взорвался. Разминировали его позже взрывотехники. Ну, на сейчас это стекло снято, а было отверстие где-то размером 15 на 20, где-то примерно. Неизвестный предмет не разорвался, к великому счастью. Работали специалисты на месте происшествия, которые дальше дадут оценку, что это за предмет. В соцсетях сразу же появилась информация о том, что неизвестные стреляли из ручного противотанкового гранатомета «Муха». На неразорвавшейся болванке якобы была надпись «Это тебе за Одессу», пишут в группе «Антимайдана». Однако подтверждения этой информации в милиции пока нет. Это уже не первое нападение на отделение Приватбанка. Ранее банкоматы обливали краской, горючей жидкостью и поджигали. Татьяна Доцяк, Алексей Антонов, агентство телевидения «Новости».